Всем привет! Сегодня мы будем вместе готовить апельсиновый гурт. Начнем. С апельсина снимаем цедру. Разрезаем пополам апельсины. С помощью вилки выжимаем сок из апельсина. Наливаем его в ковш. Кладем цедру, сахар. Перемешиваем. Ставим на огонь. Для того, чтобы растворился сахар. В чашу разбиваем яйца. И взбиваем венчиком. Добавляем муку и перемешиваем. Наливаем через сито горячий сок и перемешиваем быстро, чтобы не образовались комочки. Еще раз через сито возвращаем сок в ковш. Все для того же, чтобы не было комочков. Ставим вновь на огонь, постоянно перемешивая. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, включите в колокольчик, чтобы не пропустили наши новые видео. Убираем с огня и продолжаем перемешивать. Добавляем масло. Еще раз перемешиваем. Накрываем пленкой и даем остыть. Готов наш вкусный крем. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!